Сервис Краснодара в Краснодарской крае. Меня зовут Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс». Сегодня мы с вами находимся в ближайшем окружении города Краснодара, хутор Ленина, открытая Виктория. Будем смотреть с вами дом 2016 года постройки, дом с ремонтом, с мебелью. На земельном участке 4 сотки. Стоимость объекта будет составлять 10 миллионов 500, в чем сказать, очень даже хорошая, да, такое слово беру сегодня, хорошая цена для этого места. Давайте пройдем по инфраструктуре и пойдем дальше. Как обычно, с подъездных путей с вами начнем. Смотрите, здесь у нас хороший асфальтированный подъезд. До самого дома получается здесь асфальт. Машина выезжает. Вот сюда будет съезд сейчас на грунтовую дорогу. Совсем там немного. И мы выезжаем уже на основную дорогу, которая выводит нас из коттеджного поселка. Ну, буквально, наверное, 7 минут. 5 минут, кто как ходит. Пешочком у нас получается до остановки общественного транспорта. Там же школьный автобус деток собирает по времени, отвозит в школу. Школа у нас находится на хуторе Ленина. Садик находится у нас там же. Там же на остановке, ну, буквально 5 минут от дома, Магнит. Чуть вперед Пятерочка. Ну, в общем, тут такой пятачок достаточно удобный. И аптека, и магазины. И там целый прямо ряд коммерции идет, ну, кто ориентируется, или по карте посмотрите, там на храм можно сориентироваться, и на кольцо, на открытой Виктории. И вот здесь вся инфраструктура, и рынок выходного дня, и всякие маленькие мясные магазинчики, лавки торговые, фруктовые, все, что хотите. Ну, и всякие услуговые точки, скажем так, да, в общем, все здесь есть. Но если мы про медобслуживание, про какие-то там бассейн, спортшколы, это все в Краснодар. В целом мы с вами находимся в Краснодаре. Это муниципальное образование, город Краснодар, городская прописка здесь. До Озмола, до огромного торгового центра, порядка 15 минут по трассе. Ну и на Мачугу мы здесь съезжаем достаточно быстро. И как бы в любую часть Пашковского района, Карасунского округа мы попадаем достаточно легко отсюда. Дорогу в прошлом году нам наконец-таки здесь закончили ремонтировать, расширили. Поэтому ситуация сильно улучшилась. Также как плюс, здесь выезд на море очень хороший, потому что когда я из центра выезжаю на море, у меня где-то 40 минут, даже выходной день, занимает просто выехать из города, вот сюда до трассы. А здесь по прямой уже 100 километров до моря, и если это не сезон, ну, высокий сезон, когда все отдыхают в Краснодарском крае, то в целом до моря тут за 2,5 часа вполне себе долететь можно, ну, даже за 2. Вот дороги у нас в этом плане отличные. Ну что, по дорогам, по подъездным путям прошлись, про инфраструктуру рассказала. Давайте будем заходить на объект и осматриваться уже изнутри. Вот такая у нас симпатичная сегодня улица. И погода очень радует. У нас уже начало октября, очень тепло, солнечно. Такая начинается наконец-таки очень комфортная погода. Так, друзья, на участок мы с вами зашли. Давайте смотреть. 4 сотки у нас площадь земельного участка, но на Виктории, что она открытая, что она закрытая. У нас большой земли здесь, к сожалению, очень немного. И такая стандартная площадь участка. Но весь участок у нас оформлен с зелеными насаждениями. Тут все раззонировано. Сейчас все покажу. И фруктовых деревьев вполне себе достаточно. Поэтому как раз тот же формат участка, когда вроде он небольшой, но на нем все-все есть для души, для жизни и для комфортного времяпровождения. Итак, ширина фасада здесь порядка 14 метров. Забор на фундаменте. Давайте подойду поближе. Кирпичные столбы. Цоколь кирпичный. И профлист у нас идет по фасаду. Входная калитка также на металлическом каркасе с профлиста. Распашные ворота на автоматике. Пожалуйста, тоже у нас имеются. По периметру забор у нас тоже огорожен профлистом. Для машины места сделана вот такая вот подсыпка из щебня. Пожалуйста, машина у нас вот одна достаточно большая здесь стоит. И место позволяет поставить еще одну. То есть на два парковочных места здесь у нас рассчитано. Давайте смотреть по придомовой территории. С левой стороны у нас перед домом расположилась такая живая беседка из винограда, тенистое место. Отдохнуть, посидеть, вкусно поесть. Давайте посмотрим, что у нас здесь вкусного есть. Вот еще виноградинки, пожалуйста, висят. Да? Не все собрано. В общем, качельки. Туда у нас пошел с
сады, фруктовые деревья, но я как-то встала с этой вот стороны, от ворот, да, поэтому пойдемте с этой стороны. Давайте смотреть, здесь справа поднятые, ну, как высокие грядки, сюда декоративные посадки, роза, там у нас еще одна роза, еще какие-то декоративные растения, давайте смотреть, лаванда, как я ее люблю, слушайте, вот потрешь пальчики, да, и она такая вкусная-вкусная, пахнет бесподобно. Здесь декоративные посадки. Детский уголок, чтобы далеко на детскую площадку никуда не ходить. Пожалуйста, вот разбили ребенку свой детский уголок. Тут вот такой ряд туй у нас посажен. И далее двигаемся сами, переходим вот в такое помещение. Здесь у нас пристроено, отдельно построено, вернее, на фундаменте. Все тоже уже оформлена, такая просторная достаточно беседка. Плиточка лежит на полу, садовая мебель установлена, полки для хранения. И смотрите, да, рулонные шторы, как интересно, тоже все спрятали. Там дополнительные места для хранения организовали. Под всей этой площадью у нас расположился погреб. Погреб бетонированный, с полками. В общем, вот такая есть у нас постройка. Дальше мы с вами дом обходим с задней стороны. Осматриваем наши 4 сотки. Здесь декоративные туи. Высокие, низкие, какие хотите. И вот поворачиваем налево. Вот такого красавчика тут встретила. Привет, корги. Обиженный такой сидит. Вот хозяйка попросила не приставать к нам, и он обиделся, ушел. Так, смотрите, здесь у нас тоже все зелено. Ну, понимаем, да, что уже осень, но зато осенью у нас начинает созревать хурма. И вот, пожалуйста, у вас собственное дерево с хурмой, молодая. Молодое дерево, но потихонечку начинает плодоносить. В общем, давайте переходить к саду. Значит, у нас здесь есть вишня, черешня, кустики смородины вижу, персик. Два персика на участке имеется. Уже хорошие подрощенные деревья. Малинка, пожалуйста. Здесь есть также слива, яблоня, груша, черешня. И перед домом у нас тоже сидят несколько деревьев, которыми пользуются хозяева данного дома. В целом у нас нормальная практика, когда перед домом высаживаются деревья, а ими пользуются жильцы дома, и никто на них не претендует. Ну, вот здесь мы смотрим, в общем, по саду, да, в общем-то, все такое самое привычное для нас сидит. Черешня, вишня, персик, два, хурма, яблоня, груша, слива. Пожалуйста, чего не хватает, подсадим. Смородина на участке, клубнику мы проходили. Что там у нас еще было? Малина была, да? Вот. И здесь также вот этот зеленый уголок, где наши качели, виноград. Смотрите, тоже какие крепления интересные сделали. Ребята любят кататься на великах. И вот здесь они никому не мешают. Аккуратно повешены. Так. Вот он у нас еще маленький красавчик абрикос. Ну что, по участку мы везде с вами прошли. Я думаю, что достаточно по тех характеристикам. Давайте пройдем с вами по объекту. Так, давайте пройдем с вами по техническим характеристикам объекта. Дом у нас 2016 года постройки, дом на ленточном фундаменте, лента, цоколь, плита, цоколь у нас кирпичный, там внутри плита, обратная застройка, и далее идет строительство стены. Внутри блок, сверху облицовочный кирпич, стеклопакеты с ламинацией, крыша подшита профлистом, сделана система водостока, самокрыша накрыта металлочерепицей. Вода здесь, ну, получается как бы центральная, да, но скважина на коттеджном поселке, 180 метров, артезианская, и все у нас здесь разведено по открытой Виктории, так же, как и по закрытой. Свет подключен 15 киловатт, 3 фазы. Газ у нас идет здесь по меже. Пожалуйста, можно подключаться в любое время. Проблем с подключением газа на Виктории у нас нет. 92 квадратных метра площадь земельного участка, 4 сотки, сам земельный участок. И он такой красивый корги нас приветствует. Так, все характеристиками закончили. Пойдемте в дом. Так,
Давайте пройдем с вами по тех характеристикам внутри. 92 квадрата у нас общая площадь жилого дома. На входе у нас просторный коридор 11,2 квадрата, 3 жилые комнаты 12,8, 13,2 и 15,2 квадратных метра. Кухня-гостиная площадью почти 33 квадратных метра и совмещенный санузел площадью 4,8 квадратных метров. На улице у нас летняя кухня, там можем так и обзывать, 25 квадратов, терраса, которую мы с вами смотрели, беседка, да, правильно назвать беседка. А из дома выхода на террасу нет. Итого, с домом по планировке мы с вами прошли, давайте осматриваться изнутри. Много мебели остается в доме, частично забирается что-то из комнат, но в целом можно говорить, что дом у нас с мебелью. Давайте будем осматриваться по коридору. Там, где у нас коридор, санузел, кухня-гостиная, будет лежать теплый пол. Ламинат лежит на полу. Стены везде оклеены обоями. Прихожую давайте сразу в эту сторону. Шкаф купе большой, вместительный. Остается при продаже. Потолки натяжные матовые. Осветительные приборы. Такие, ну, здесь большие светильники. Также лаз на крышу здесь предусмотрен для обслуживания и эксплуатации кровли. Давайте будем смотреть первую жилую комнату. С левой стороны она у нас вместилась. Также ламинат лежит на полу. Стены наклеенные обоями, декоративная вставка по короткой стене и боковые стеночки у нас, ну, по периметру остальные стены у нас однотонные, светлые, вот в таком формате. Переходим с вами к осмотру следующей жилой комнаты. Давайте с комнатами закончим, потом посмотрим все остальное. Вот такая у нас спальня. Напомню, все спальни хорошие по площади, 13, 14, 15 квадратных метров. Комната светлое, окно трехстворчатое большое, натяжные матовые потолки, осветительный прибор под люстру здесь у нас предусмотрено, вывод под кондиционер. Ну, вообще в доме достаточно комфортно. Вот в этой комнате тут даже кондиционер, наверное, не требуется, поэтому пока не устанавливали. Так, вот такая комната у нас жилая. И еще одну комнату с вами посмотрим. Давайте заходить. Так, смотрим с вами еще одну жилую комнату. Детская она у нас. Давайте посмотрим. Стеночки тоже оклеены обоями. На полу лежит ламинат. Светлая комната в светлых тонах. Все укомплектовано. Очень даже симпатично и светленько. Так, между жилыми комнатами, комната справа и слева, у нас расположился санузел совмещенный. Помните, да, 4,8 квадратных метров. Давайте зайдем посмотрим. В санузле у нас ванна. Ванна угловая. Унитаз. Бойлер огромный. Бойлер работает на горячую воду. Напомню, что здесь у нас электроотопление. Газ идет по меже. Если нужно, берем, подключаемся. Сложности на Виктории с подключением газа у нас нет. Теплый пол в ванной комнате, так же как в коридорах и в кухне-гостиной. 32,9, почти 33 квадрата у нас площадь кухни-гостиной. Вот такое большое помещение. Давайте смотреть. Спряталась вот сюда рабочая зона. Большой кухонный гарнитур предусмотрен. С заворотом вот сюда. Да, тоже можно сесть, посидеть, покушать. И прямо персик вам в окно. Да? Вот сюда. Окошко открыл, руку потянул, персик вытащил. Ну, здорово. Так. Столешница. Ящиков много, встроенная варочная панель, духовой шкаф. Вот у нас все остается при продаже. По мебели здесь также дальше будем уже обсуждать. Ну, такая просторная у нас получается кухня-гостиная. Из кухни-гостиной есть выход на участок. И мы попадаем вот сюда, тоже крылечко, туи. И в правую сторону там будет беседка. Тоже достаточно удобно. Ну что, дома мы с вами закончили. Благодарю вас всех за просмотр. Если еще не подписались на канал, пожалуйста, подпишитесь. Буду вам очень благодарна. Всегда это стимулирует к снятию дополнительных роликов и поиску хороших объектов для вас. Не забудьте сохранить один номер объекта, если такой домик готовы рассмотреть. Как можно быстрее ответим на все ваши вопросы, если назовете ID объекта. Подписывайтесь, друзья, на канал. Буду вам благодарна. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».